Бобер Таверне. Ах, надо было мне сейчас пониже поехать немножко, я поехал выше. Вот там справа какие-то грязи. Да, да, да. Нам на любой, на самом деле, на любое. Нам, может, на любой вот паркер. Бобер Таверне. Сейчас я смотрю, первая попавшаяся парковка. Если вправо есть, давайте вправо, я ныряю. Вот, парк Плятфилд, да. Шайдберг. Вот мы сюда. Наше место называется Шайдберг. Шайдберг, да, 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 да. Посмотрите справа на горку, а? Смотрите справа на горку. Шикарные горки. Тут одни пресса, тут нет кабин. Бывший лучший курорт Австрии. Бывший лучший. Бывший, да. Но до 80-х, пока там не стали строить дальних Альпах. Эх, ты тут прям горки-то крутяк. Чернички похожи такие. Я вижу, да. Машин немного, народ никого, никого народу. И мы спускаемся вот сюда. Сейчас будем получать здесь удовольствие. Супер. А сам Бобер Таверн я покажу вот туда. Вот вся чашка перед нами. Вся чашка перед нами.